Всем привет, ребят, это снова Дэмси, и сегодня мы продолжаем наши приключения в игре Rise of the Tomb Raider. И сегодня нам нужно сделать убежище, я так понимаю. Давно не было Ларки на канале, и все были в недоумении. Какого черта, ты пообещал сделать Ларку и до сих пор не сделал. И, ребят, мне придется записывать Фрапсом, потому что с Бандикамом что-то не то в последнее время. На ночь не хватит. Поэтому надолго я записывать не буду. Надо еще найти. Банально, потому что просто не хватит места на жестком диске. У меня он сейчас... Сгорится. Он у меня сейчас забит полностью Outlast'ом и другими видосиками. Ух ты. А в первой части... Мясо не... Что? Это волки. Но у меня есть там лук или что-то типа того, я уже забыл. Назад в лагерь. Нет, у меня ничего нет. Какого черта? Где мое оружие? Так что, ребят, если у меня будет проседать FPS, да быстрее ты, то не удивляйтесь, это Фрапс. Он слишком сильно грузит проц. На Shadow Play я снимать не буду. Вот просто я уже привык к этим программам, поэтому... Надеюсь, что вы будете не против и не будете мне... предлагать их. А тем временем у нас буря, просто тут что-то нереальное. В первой части об этой Ларке у нас был дождь, а тут же у нас Сибирь и снег. Ей холодно, ей даже в этой куртке холодно. Наши люди прочесывают развалины, Карах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Нам нужно с ними разобраться, да? Ух ты, у нас лук появился. Мне отлично. Нужен лук покрепче. Как покрепче? А мне такое нравится. Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться. Я не могла рисковать и брать его с собой. Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой. Твой? Но при этом жертвовать другими. Так, это не то. О! Это полезная штука. Толстая кожа. Ну, это не в смысле жирная, это просто толстая кожа. О! Ух ты! А это что? Ладно, потом посмотрю. Обыщите лес в поисках следов затерянного города. У нас есть 12 стрел. Шкуры убитых животных пригодятся для изготовления снаряжения и костюмов. Так, а что нам тут говорит наша секретная подсказка? Можно, по идее, залезть. Твердая древесина пригодится для улучшения оружия в лагере и изготовления стрел. Мы можем залезть вот так вот. Да блин, я же мог так залезть. Что за фигня вообще? Вот как-то так, вот так. Тут секретный сундучок. 5 перышек, серьезно? 5 перышек. И еще. Перья пригодятся для улучшения оружия. Эти руины... Монгольские. Троица. Они здесь. Центр, как поняли? Как спрятаться-то? А, медведь! Черт! Что это было вообще? Давай залезем как-то туда. А, мы под деревьям будем. О, я кого-то видел. Стой, зараза! Ты умрешь! Да, ты умрешь, говорю. Аварийный тайник.
Я стрелы хоть получил или нет? Нет. Где мои стрелы? Я еще не научился этого делать, что ли? Так, я потом переодену ее, когда будем ближе к теплым каким-то краям. Потому что мне она в куртке не нравится. Такой, по крайней мере. Кстати, что это было? Мне Женя сказала, что это артефакты видеокарты, но я на другой тестил, у меня то же самое было. Это что? Артефакты в самой игре? Монгольская письменность. Не могу разобрать. Как ее разобрать? А это монгольская письменность. То же самое, понятно. Не могу разобрать. А мы изучали греческий, да? А это монгольский. Блин. Не везет Ларке. Куда вообще нужно двигаться? А, туда. Так а что мешает? Давай туда. А, туда залезть надо. По деревьям. По деревьям. По голым стволам деревьев. А, да. Все, понятно. Снег замедляет вас и не дает выполнить некоторые действия. Подумаешь. Разведотряд, говорит командный пункт. Ответьте. Разведотряд, ответьте. Да они мертвы. Они мертвы. Ох ты, ё-моё. Ладно. Ладно, уклонение. Он ее ранил, урод. Бежим, 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 бежим. Пошел нафиг! Нафиг пошел! Да иди ты в баню! Он что, неубиваемый что ли? Неадекватный. Сибирский медведь. Какую кнопку жать? А, это надо было уклонение жать. Извините, я не ту кнопку нажал. Дайте я переиграю. На нафиг, на нафиг. А, понятно, это на него не действует. Бессмертный козел. Ничего, ничего, я еще вернусь за тобой. Нам сейчас просто хилка нужна. Лара, дверь опять тебе не нужна, я вижу. Да так же быстрее, папа. Иди сюда, обезьянка. Готовишься к новому приключению? Да, к величайшему. Ну, а я решила, что я стану твоим помощником. О, правда? Ну, в другое время я бы взял тебя с собой, не раздумывая. Но эта затея, она слишком опасна. Лара, послушай меня. Однажды ты оставишь в этом мире большой след. Я буду тобой гордиться. Сейчас, милая, мне ответить надо. Черт, мне он кого-то напоминает. Надо рану перевязать. Ну да, он напоминает отца Лары. Но блин, я имею в виду, где-то я видел эту рожу. Листья должны остановить кровь. А сколько нужно листьев? Какая-то повязка. Прыгать мы не можем, бегать мы не можем, все печально. Повязка, повязка. А, что с ФПСом? А, вот и троица. Комплекс времен холодной войны. Какого черта тут делает троица? Сойдет. Опять монгольские руины. Кажется, дорога идет насквозь. Только через медведя. Миновать медведя. Только через него идти. Понятно. 9 стрел. Это же офигеть как много. А как мне его по-другому еще одолеть? 9 стрел его не убьет. Он бессмертный. Мы его не могли киркой убить. По лицу раз 20 ударили. Ударили.
Из них можно сделать яд. Ух ты. Один. Надо еще поискать. Я еще не видел. А, мы, наверное, будем просто идти, и нам попадаться будут. Что тут? Ух ты. Это просто гуманитарная помощь. Хорошо. Ей уже, смотрю, не холодно. Против медведя боролась. О, стоять. Ладно, 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 ладно. Как мне стрелу вернуть? Я уже забыл. Я тупо стрелу потратил. Что ж это такое? Где еще найти эти? А, давайте стрелы сделаем. Вообще, как-то можно отсюда вернуться в наш лагерь и сделать себе побольше снаряжения? Я же на ходу не могу сделать, да? Аварийный тайник. О, это я его нашел, получается. Фига себе. О, нам туда надо, точно. Сейчас стрел сделаем. Или пока еще рановато. О, это что? Это что? Стой, 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 куда ты пошла? Стой. А, я что-то еще нашел? Фига себе. Еще одну, еще одну. Найдите тряпку. Ну подождите, мы сначала это соберем. А потом... О, и для стрел, вот. Точно. Только как... Как туда залезть? Подскажите. Ладно. А, может вот так? О, вот, еще. Чтобы можно было полечиться. Так, это сюда прыгать, что ли? Вот можно на дерево как-то. Или не получится. А, его нужно... Я понял, я понял, я понял. Его нужно просто сбить. Еще стрелы будут. Где мне взять тряпку? Она же так просто не валяется. Или валяется. Может здесь... Она должна находиться... О, вот. Отлично. Что-то из этого теперь да получится. Надо вернуться в лагерь и попробовать. О, кролик, слушай, ты кто? Или... Ладно, пофиг на вас. Где тут еще было гнездо? Видел тут сверху где-то. А, вот оно. Ну все, теперь я его не боюсь. Так. В рюкзак. Боеприпасы. Бесшумные. И вот отравленные стрелы. А, еще... Серьезно? А где еще гриб найти? Да ё-моё. Ладно. Надо отдохнуть. В смысле? Нет, я их не сделал. Холодно. Устала. Я их не сделал. Куда ты ушла? Блин. Я же их не сделал. Слушайте меня. Это открытие слишком важно. Плевать я хотел на свою репутацию. Не смейте мне угрожать. После всего, что я... Алло! Алло! Пап, что случилось? Идиоты! Ты меня пугаешь. Я близок, Лара. Близок к очень важному открытию. Когда-нибудь ты поймешь. Не хочу я ничего понимать. Хочу, чтобы ты перестал. Будь снова моим папой. Лара ахает. Просто ахает. Не стой на месте. Давай, не уйду.
О, это русские солдаты. Наверное. Беги же! Ну! Застрелите его! Правильно! Он все равно уже ничего не сделал бы. А Ларка вообще не палится. Вообще не видно, да? Это еще хорошо, что они спалились. Она бы ничего не услышала в таком случае. Ну ты красавчик. Может, тут просто так огонь возник из ниоткуда? А, я на дереве, да? Я вроде на дереве. Всем отрядам доложить обстановку, прием. Мы нашли еще один лагерь. Угли еще теплые. На! Чем она его ударила? Кулаком, что ли? А где пистолет? У меня ноль стрел. Здорово. Просто здорово. Я не сделал отравленные стрелы. Где мне еще найти ингредиенты нужные? А, нельзя тут? Ну ладно. Может, мы сейчас все исправим? Расходимся веером, ищем след. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача найти... На! Давай его обыщем. Что у него было? А, фигня. У них типа нет пистолетов. Так. Рюкзак. Как мне сделать этот... Мне не хватает. Одного грибочка не хватает. У меня даже патроны есть? Серьезно? Давайте хоть навыки возьмем. Легкая походка. Нам надо, чтобы мы могли стрелы свои возвращать. Нет, это явно не то. Что-что? Это не то. О, вот. То, что мы искали. Оружием. Что можно улучшить? О, это неплохо. Но самое-то главное, блин, где нам найти последний гриб? Проскользните мимо солдат Троицы. Да, идут они нафиг, я, блин, ищу грибочек. Может, у них есть? Или у меня есть эти стрелы? Передал. Ну, у тебя есть оружие? Хватай и беги. Не знаю, что это имеется в виду. Кредиты, что это? Он не туда смотрит, ты баран, я с другой стороны. Ну да, меня спалили, круто. Да пошли вы нафиг. Нафиг пошел. Он даже не видит меня. Я тоже попал. Этот вообще не знает, что такое, что тут происходит. О, надо еще взять. Всем отрядам следить в оба. Местные понаставили в лесу ловушек. Ловушек? Так, грибочки, где грибочки? Нас все больше. Я один из первых прибыл на старую советскую базу где-то в Сибири. Теперь люди прибывают каждую минуту. Константин выступал перед новичками, а я стоял позади и смотрел. Обожаю его слушать. Никогда не надоедает. Это не то, что какая-то религиозная болтовня. Это истина. Мы все были разбиты. Что происходит? Троица нас восстановила. Дала нам цель. Новый мир ждет. Даже неверующие сыграют свою роль.
Это какие-то баги или что это? У меня есть отравленные стрелы? Других у меня нет, только эти. Монгольская письма. А, она еще не знает, понятно. Ой. Бесшумность достигнута. Это был смачный хедшот. Я думаю, он сам офигел. На. Внимание, связь не восстановлена. Возможны помехи при передаче. Да вы не найдете, я вас пока всех перебью. Где взять грибочки, где я мог пропустить? Тут вроде уже врагов нет. Пытаюсь просто поискать возле своего лагеря. Я, конечно, сомневаюсь, что что-то найду нормальное. Тут тоже ни черта нет, кроме вот. Или есть, там наверху. А ну-ка. Это не то. Целый год я путешествовал с монгольской армией как посланник Ордена Троицы. Их хан – великий воин, хоть и язычник. С моей помощью они повергали в прах народы, сжигали города, убивали правителей. Все для того, чтобы найти пророка. Бойня, которую мы устроили на Руси, не была напрасной. Мы наконец-то нашли карту. И вот этим самым утром после стольких месяцев в горах мы увидели дома посреди зеленой долины, окруженной льдом. Мы нашли Китежград. Я пообещал хану великие богатства, ему этого было достаточно. Но настоящая победа будет одержана во имя Бога, когда мы сотрем ложь пророка с лица земли. И, наконец, святой источник будет нашим. Святой источник. Сколько можно о нем говорить? Так, рюкзак, боеприпасы и... Ой, не то. Так я их сделал или нет? А, все... Так, стоп, так я их сделал? Ну да. Мне эти нужно сделать. О, больше любых стрел. Это хорошая штука. Еще надо сделать. Или я не могу? А, 35. Нифига себе, 35 стрел. Ну все. В жопу их настреляю, он сдохнет. А, так, что это? Железная шкура. Атаку с уклонением. Убийца-эксперт. О, вот это топ. Просто топ. Буду убивать их скрытно и получать сразу все, что у них есть. Ну что, пошли к нашему Мишке. Интересно, это он или она? А то я особо не приглядывался. Чего не подсвечивается? Что это? А, слушайте, это офигенная вещь. Как нам наверх попасть к Мишке? Я могу так с ней сразу? Не? Блин. Я мог бы выбросить прямо на Мишку. А может можно, если я подброшу? А если подбросить? А ну-ка. Отлично, я с собой заберу. Все, хана тебе, придурок. Все, козел. Сейчас мы посмотрим, кто из нас про. Или кто из нас боец? Черт, он еще тут. Так, давайте сначала все возьмем. Одолейте медведя. Изи. Сейчас мы его бензинчиком порадуем. А что он там делает? Здесь слишком тесно. Да мне пофиг на эти стрелы, у меня есть, блин, канистра. А, промахнулся канистры. Хорошо, мы сейчас зайдем. Мы сейчас зайдем туда. Не догонишь, не догонишь, не догонишь.
Не догонишь, говорю! А, догнал! Ничего! Еще не все потеряно. Ларка у нас восстанавливает ХП. Давай, быра. О, там есть какая-то нычка. Да ёп! Ты моё. Я что, зря ее взял? Нет! Я должен жить. Где мое ХП? Больше нет ХП. Канистра где? Вот она. На тебе! Ему что, пофигу? Какого черта он горит, ему пофигу? Это что было вообще такое? Я надеюсь, я сохранился вместе с ней. Или нет? Нет. Ладно, хорошо. Как эти стрелы использовать? А я разве не их взял? Не знаю. Как их взять-то? Здесь слишком... Средняя... А, все, урод. Лучше выманить его наружу. Так, это было... Это было немножко неправильно. Сейчас я тебя... На, урод! На, урод! На, урод! На, урод! На, урод! На, урод! Сдох, да? Держи еще стрел. Ты жив еще? Какого черта? Нет, ты промахнешься по мне. Я буду прыгать и мочить тебя. Ура! Я его победил! Сосать! Или лизать? В каком тут случае? Так, отлично. Я могу что-то сделать. Или не могу? Могу! Давай всю шкуру заберем. А то ты кусочек возьмешь. Подарочные наборы. О боже. Что это такое? Это не донат? Нет? Так, давайте возьмем... Возьмем вот этого. Но почему мне канистра не помогла? Он горел, но ему было пофигу абсолютно. Может, это не задумано игрой? А, кстати, стоп. А, нам сюда и надо. Нам сюда и надо. Отлично. Подождите, а как их изготавливать? Нажмите. Или зажать надо? Нет. Не знаю, как их делать. Да пофиг, они мне уже не нужны, поэтому... Как-то вообще пофиг. Главное, что я Мишку одолел. Ух ты, ё, деталь пистолета-пулемет. Это я понял. Тут же... А, не, можно еще обыскать. Вау. Но нам сюда.